военная часть, я думаю, что или же ее первый этап подошел к концу. Dünən Moskvada əldə edilən humanitar atəşkəs razılaşmasından sonra İlham Əliyev Rusiya telekanallarından birinə müsahibə verib. O müsahibəsində hərb mərhələsinin bitdiyini və siyasi mərhələnin başlandığını qeyd edib. Военная часть, я думаю, что или же ее первый этап подошел к концу. Сейчас мы вышли на политическое регулирование, которое как раз-таки и обеспечит то, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит. Главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать это военным путем.